И всем привет, ребята! Всем привет! Сегодня мы будем играть в Эгварс. Ага. Это где надо защищать яички и ломать яички у других. О, смотри, чувак на тортике стоит. Так, я буду вот этим. Мне должны камешки дать. Андезит. Не, он прикольно выглядит, такой все на стекле, а он на тортике. А я модный. Видел, Стив хотел сломать стекло. Ну, типа, не получается. Такой, что-то не продумал, что-то не то. Не получилось. Дед. Смотри, все, защита. Пошел. Сейчас будем делать защиту. Это Юнджин. Защита. Не защита. Защита по-другому делается. Слушай, я как... Ставь сосиску еще. Нет, Максим, ну какая есть защита, такая есть. Все, улучшаем. Четко. Генератор улучшили, смотри. И даже один андезит остался. Чего? Нет, я тут стою. О, а кто-то там тортик поставил, прикольно. Так, смотри. О, откуда у нас тут золото, я не понял. Я что-то не втыкаю. Так, Максик, а почему у нас тут золото? Не знаю. Я вот тоже не знаю. Кто-то так по-бырому что, сгонял в центр, все такие разбиваются. Я уже сгонял за алмазами. Изи. Чётко. Чувак, значит, крутой. Так, смотри, ну, я накачал генератор тут. Ничего. Теперь. И то, что у нас теперь очень много. Мы за желтых у нас 4, у других по 3. Ну, смотри, красные, у них 4, это у нас песня. 4. Это песня. Привет. Чувак заспавнился. Это же наш, да? Мы за зеленых, так? Да. Блин, так у нас тогда 3 чувака, это печально. Класс. Стой, кому-то уже там яйцо сломали, прикинь. У них уже железка? Нифига себе, они какие, блин. Насы? Да, у наших уже там железка есть. Да реально, как у них так быстро? Вот реально, как? Не, ну реально. Как? У нас уже есть железные. Не, ну это вообще круто, да, Максик? Да. Стоит. Мани. А давай будем все в красный глаз. Ну зачем? Я бы так сделал. Ну ты просто время тогда потратишь. Кто зря. Нет. Айфон хочу. Айфон хочу. Вот, смотри, нам осталось 2 золота. Мы играем за батю. Да, батя, давай. Батя, мы верим! Батя в здании! Батя на острове! Сосиска в здании! Ой. Батя в здании! Мац в здании! Мац в здании! Так, это 40. Понятно. Ладно, давай хотя бы так. Класс. Кирочка, нам нужна кирочка. Алмазная. Да, алмазная. Давай, слушай, ну там пятерый точно должен быть, да? Давай сразу этот, в атаку пойдем. В атаку. Так, давай, покупаем себе. Это себя. Песня. Молодец. Красавчик. Так. Так, кирки, все, покупаем. Кирки, алмаз. Вот это. Алмаз. Один так. Алмаз, одна кстати, кирка. Смотри. Понял? Да. Нам еще, в принципе, нам ничего такого трудного прям не надо. Надо. Ну, купить-то нам осталось немного. Алмазы найти тут. Не, ну это да, конечно. Смотри, можно еще... Ну вот, нам осталось купить стак этих... Ну, блоков на всякий случай. Класс. Ну, еда у нас как бы есть уже. Класс. Да, это классно. Зай. Давай, кстати, обсидианом закупим все. Обсидиан бесполезный. Нет, это для... Это... Ничего. Для яичек. Ничего. Вот, смотри, защита. Обсидиановая защита, ее только вот. Вот, видишь, как я и то долго ломал? А то быстро ломал. Вот. Так, зеленые это наши. Если бы стоп. Они все на нас, золотыми. Да, играешь за зеленых, попал бы желтым. Ну, не перепутай. Извинись. И сваливаем. Так, давай, все, одно золотишко и нас покупаем. Нас перекинуло случайно в бездну. Да не может быть такого, Макс. Было бы классно. Нет, вообще было бы не классно. Было бы, так, yes.
Давай еще покупаем обсидиан. Три обсидиана. Все, три обсидиана у нас есть. Я тут обсидиан буду ломать. Ой, этот, ну, менять, короче. Короче, ломать. Стой, не, надо же еще под яйцом сломать. Точно. Это ломается? Нет, это не ломается, это хорошо. Так, используем вот так, ставим вот так, ставим вот так. Ну, у нас еще один лишний обсидиан остался. Ну, ладно, потом потратим на что-нибудь. Мама. Можно вот куча золота сейчас накопить. Да? И смотри, купить себе кольчужную броню. Стой! Там уже, там красных выбили. Красных выбили, все, идем на желтых. Идем на оранжевых. Ну, на желтых. Ух. Так, смотри, там синий, вон там желтый. Вон там вот, смотри, строимся. Все, надо строиться втихаря. Надо бы купить, чтобы все зеленые стали желтыми. Было бы чёрт. Нет, вообще не важно. Было бы фиаско, братан. Да, было бы фиаско, братан. Так. Я хочу поменяться командами. А, такой. Зеленые проигрываю. Я хочу за желтых. Так, строимся, строимся. И так надо еще это, друзья, делать. Типа, я за синих. Я за классных. Проиграли красные. Я за синих. Проиграли почти золотые. Я золотый. Я за синих. Стоп, я что-то не понял твою логику, Макс. Я за синих. Стой, чуть-чуть не достаю. Хоп. И... Опа, попал. Попал, все, все, смотри. Попнули. Хоп, хоп. Получается, все, мы нормально строимся. Стой, там на нас никто не нападает? Нет. Желтый сейчас на базе? Вроде нет. Ну, значит, все идеально вообще. Все плохо. Стой, сейчас. И, не достаю. А, все, достал. Так, осторожно, осторожно, осторожно. Оп, оп, оп. Главное не упасть. Оп. Да, это самое главное тут. В этом режимчике не под... Да, я на шифте. Не переживай. Ох, я бы упал. Да, если бы я без шифта такой строился, чувак. Фиаско, братан. А только... Стой, все, еще раз. Очень плохо, если бы чувак разгнался и почти бы дойчил до этого острова. И падает. Ага. Так, смотри. По-моему, меня тут еще никто не спалил. Это такая самая... Хорошая тактика. Ну, типа, тактика и галактика. Меня реально никто не палит. Я вот тебя такой... Галач... Ну, смотри. Стопы, куды? Там золото. Ах ты гад! А ну, вали отсюда, вали, пошел вон, как? Да как? Кто это меня гасит? Да, да в смысле? Да в смысле? Как, откуда? Мы за зеленых или за желтых, я не понимаю. За зеленых. Так почему мы его ударить-то не можем, он в обычный вообще? Что? Что? Да ты читер. Да в смысле? Он с читами играет. Смотри, почему меня бьют? Как? Ты видел? Это читер. Да, это, походу, какой-то хакер. Его надо забанить. Да я его не могу забанить, блин. Не, ну ты видел вообще? Если бы с тобой такой играл выживание. Не, ну я бы не играл вообще в выживание тогда. Не, ну ты видел, как вообще тогда делать? Как вообще играть, если тут читеры какие-то ходят? Не, ну реально. Это нереально. Ну хотя бы мы засели. Так, ладно, давай попробуем еще. Что ты странный какой-то. Да, блин, реально они какие-то читеры были. Его вообще ударить нельзя было. Да. Ты заметил? Даже когда он ломал, нельзя было. Да, он доломал, его до сих пор бить нельзя. Почему-то нас била какая-то как будто энергия. Вокруг никого не было. Ребята, пожалуйста, напишите, было у вас такое или нет? Или я это реально знаю. Какой-то читер? По-моему, это реально читер. А вдруг их было два читера, и тот взял из креатива? Да нельзя тут креатив прописать, Максим. Это невозможно. А вдруг это бог? Зевс. Вдруг с нами играет не только читер и бога. А у Максима... Не надо выдумывать. Странно. Не надо выдумывать. Странно. О, с нами крокодильчик играет. Привет, крокодил. Крокодайл. Крокодил.
Какадоса. Нечестно. Развелись. Это война между Сёмой и между Сёмой. Война! О, кокодил, привет. Кокодил, кокодил, кокодуша. Кокодуша, кокодуша. Есть такой попугайчик в песне, как Чики-бамбони, так и кокодуша. Чики-бамбони и Сёма выглядит. Нет. Вот. О, смотри, зачарено. Она уже попуял не его что-то. Защита 4. Чики-бамбони. Так, все, тихо, не надо мне было булить. Смотри, давай ровную дорожечку. Я вот помешан на ровных дорожечках. Ох, Привет, Синь. Привет, чувачок, я тебе строю дорогу. Если бы он еще упал. Мне надо быть строителем, я так понимаю, в Майнкрафте. Ой. Какая? Это Черная Пятница. Какая Черная Пятница, ты че? Долечки, дулю, 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 дулю. Да блин! Ай! Как? Железо этим. Слышь, чувак, я тебя замочу ща. Руками? Что-то не продумал я немного. Ща, умазы стыбзим, стрим. Не зачем тебе замочат? Да, он меня замочит. А я смотри. Я иду вот к этим на базу. Его замочат? Ну, типа, там объявляется такая битва, я его натравлю вот на эту базу. А, так тут яйки сломаны. Ну, тогда потыбзим у них. Он за мной гонится вообще. Вон, смотри, он про меня забыл. Мама. Плюсик. Сейчас мы потихонечку. Тыбзим золото. Да, ты взял алмазы. 4 алмаза. Давай, еще один. Все, 5 алмазов ровно. Если бы было еще 10. Стой там! А, нет, это торговец. Так, ладно, все. Главное, чтобы тут чичелов не было. Угу. Так, проходите, я тут... Крокодил посол. Крокодил, иди на войну. Я тут этот кое-что делаю. Война вместо черных крокодилов и вместо... Белых крокодилов. Зеленых крокодилов. Хорошо. И белых крокодилов. Ладно, я понял. Так, смотри. Ну, у меня есть 5 алмазов. Все были тут крокодилы. Тут вроде нету генератора. Напишите в комментариях, есть тут генератор или нет генератора. По-моему, нет. Да. Давай мы тут закупим. Нет. Надо бы купить броньку нормальную. Как? Стой. А, тут 20 алмазов. Тогда надо сундук. Надо купить сундук. Покупаем сундуки. Все. Да, и это будет полный сет брони. Все, ставим сундук, закидываем сюда алмазы. Ну и чуть-чуть железа тоже можно. И железяку ставим. Какого железяку? Тут тыква нужна, чтобы железяку крафтить. У нас нет тыквы. А тыкву можно добыть тут? Сейчас. Нет. Я добывал тут 100 раз эту тыкву. Ой, что ты гонишь? Вот. Извините. Так, все, покупаем обсидиана куча. Так, смотри, 5 обсидиана. Там же 5 обсидиана вроде надо было. Там, по-моему, 5 надо было. Так, крутую алмазную кирку. А если бы надо было 1000? Да не. Хочу. Стой, все, смотри, я меняю на обсидиан. И сколько у тебя? Так, меняем. Оп. Да не могу, я свои яйки ломать не могу, это невозможно. Так, смотри. Оп. Все. Кстати, смотри, только у нас остались яйки. У оранжевых и зеленых яек нету больше. Им яички вынесли. Ну да, смотри, нет, оранжевые и зеленые, они как бы живы, а красных вообще уже вынесли давным-давно. Вон, смотри, у оранжевых-то яичек больше нету, все, вы без яиц. И у красных новый. Красные мертвы уже. Дули-дули, до свидули, дули-дули, до свидули. Ого, значит, мы с крокодилом, может быть, исправимся. Мы, может, выиграем, да, есть шанс, что мы можем выиграть. Много шансов очень. Ну, немного прям уж, но есть шансы. Смотри, 21. Сколько там надо было? 20 или 40?
20. 20? Ты уверен? Ладно, давай. Камикадзе. Кстати, надо еще эту купить. 20. 20 алмазов. О! Клево. Это 20 алмазов. Ладно, давай купим. 5 яблочек. Золотое яблочко. Это святое. Это святое дело. Смотри, во. Регенерация. Ну, как-то бы... Ну, и поглощение. Не, ну, слушай, все... О, вы... А, не, в кожаной. Просто выглядит. Очень похоже на алмазку просто. Да. Смотри, так, что у нас... А, вы уже алмазы стрелили, что? Любимый крокодил мой кудлый. Угу. Так, давай сюда вот еще закинем. Ну да, он неплохо играет. Так, смотри, мы копим сейчас на броньку. Сколько там броньку? 20, что ли? Так, надеюсь, что 20. 40, я тебе говорил, что 40. И 20 алмазов там оно стоило, понял? У нас-то алмазов-то нету. Давай тогда заберем золото. Одно. Ну, 20 золота у нас есть. А. Ну да, мало, согласен. Слушайте, ну вот, смотри, сейчас мы делаем вот так. Покупаем себе нагрудник. Так, смотри, мы покупаем нагрудник, а теперь на это покупаем... не хватает 5 золота. Блин, не просчитали. Ладно, 5 золота, 5 золота, 5 золота немного. Все, у нас 18, еще 3 останется. Или сколько там потом? Ну, неважно, короче, сколько-то там... Да, ой, торговец. Что это с тобой? Ладно, покупаем мечик, и 2 золота у нас остается. Вот они моим сундуком пользуются. О, вот смотри, он алмазы принес нормальные. А вдруг это крокодильчик? Ну... Это какой-то другой чел. Ну, неважно, в общем. Смотри, 7 алмазов. Давай я сюда золотишко принесу. Нам тоже. Даже яйцо ничего не вынесли. Ну да, нам яйцо не вынесли. Давай класс. Я вот тут вот положу. А, стой, яйцо. Мне вот блоки нужны. Я вот блоки могу взять. У меня есть награда, но нету вот этого и вот этого. Ну, кстати, смотри. Что можно? Вот это 400, они напасть на все базы. Чего? Не я очень понял. Так, ну короче, смотри. Нам осталось добить всего лишь-то оранжевых и зеленых. У них по одной жизни как бы. Давай мы только... Во, этот в кольчужке бегает. Нормально. Крокодил? Ну да, крокодил там в кольчужке бегает. Так крокодил какой-то крутой. Да, они там все норм. Смотри, у нас уже 2 стака а этих. Крокодил попался крутой. Ага. Так, стейки если есть. Если бы он был готовый. Где? Так... Чунди? А, это... Я понял, очень годный крокодил, вообще. Слушай, крокодил красавчик вообще. Это он сделал? Да. Так, блин, у него там... У него алмазный нагрудник. Крокодил, спасай! Крокодил! Тебя закрыли там? У меня кольчужный! Блин! Я тебе реально говорю, мы его не вынесем. А где он? Стой. Крокодил, это проблема с системой. А, он еще не достроил просто. Стоп, это зеленый? Чувак, а ну вали отсюда. Вали, иди отсюда. Во. Тоже яйца наши ломает. Где зеленый, где? Слышь, ты нам что, яйцо пытаешься вынести? На, золотое яблоко он тут кушает. Он сломал. Да не, он не сломал нам. Вот наше яйцо живет. Сейчас смотри. Это титан. Смотри, титановое яйцо. Сейчас я его вот так вот еще сделаю, чтобы все закрыть. Можно вот так вот закрыть полностью вообще. Ну, не знаю, вот так выжило. Я в шоке. Ну, я тоже. Смотри, надо для полной безопасности полностью его закрыть. И тут будем как в базе. Вообще крепость века. Как в Властелине колец. Да я не знаю, вон твой крокодил бегает. Ну, такой прям... А, это типа, чтобы у нас не стыбзили. Слушай, ну ты видишь, сколько у нас тут железа? Крокодил крутой. Смотри, тут 7 алмазов, 3 золота и куча стаков. Да, я понял, что крокодил крутой. Ты мне об этом уже трещишь много. Вообще. Ну да, вообще. Ну, команда. Да, команда. Крокодил, тут 3 золота. Пора как бы это бегать туда. Вон там синий наш. В принципе, тут смотри. Тут не так уж и много их осталось-то. 2 зеленых.
4 оранжевых, ну, всего 6. Мы можем отсюда потыкзить у них эти алмазы. Сейчас алмазы тут лутать будут. О, это фиолетовые. У фиолетовых ничего интересного. Золото тоже можно. Смотри, они, походу, все отсиживаться сейчас будут. Ну да, вон там зеленые отсиживаются. Яйка отсиживается. Да у них яек-то уже нету. Что им? У них сейчас это более опасно. Да, у всех уже. Только у нас есть яйки. Что, давай. Что это за алмазный нубик? Не знаю. Что у него скин какой-то реально ржачный. Стоп, ах ты! Они там, смотри, они пвпшатся. ПВП. У нас... У него алмазный нагрудник. Не, все. А как, кстати, там? Как? Я не понял. Все, берем алмазы и валим на нашу базу. Да, его каким-то образом можно сделать. Я не знаю, как. Вроде там только железный можно было. Я что-то... Может, он как-то тоже считерил? Может, тут верстак можно сделать, а? Крокодил, ты нас предал. Почему крокодил, ты предал? А, он нас не предал. Да ладно. Так, давай еще. Так, давай, Максик, я тут доделываю бронюху. Даю тебе время 5 минут. Угу, не переживай. Так, смотри. 128, это полный сет. А сколько я принес алмазов-то на базу? 12 алмазов принес, неплохо. Неплохо. А где наш... Где сундук? Они что, сундук перенесли? Странно. Так. А, ну ладно, давай сразу 2 тогда сделаем. Типа большой сундук. Большой сундук. Оп-оп. Все, здесь много резов умещается. Вот сюда. Так. Еще вот здесь вот. В принципе, неплохо. В принципе, еще плохо. По плану. Так. Ну что? Я так понимаю, вы... Ну да. Ты что такое несешь? Смотри, Макс. Стой. Почему? Зы свой ваунтиху. Чего? Так ей яичко-то на месте. Смотри, все, почему-то стой. А почему мы не можем купить? Мы же мы могли раньше, а теперь не можем. Давай поможем. ПВПшим. ПВПшим. Ой, я не попадаю, главное. Ладно, все, какой-то эндерман тут, смотри. В скине эндермана. Че, куда ты сваливаешь? Ща я тебя добью. Есть такая песня по эндерману. Да какая песня? Мы ща ему такую песенку споем. Вон он на чужую базу пытается свалить. Да че ты, балбите? Вон он на базу фиолетовых. А, ты отхилился? Я тогда тоже. Давай, смотри. У меня тоже такое есть. О, он из лука стреляет. Красавчик. Поем. Давай тогда. Ну ладно, просто так тогда полутаем. Все равно как бы. Да очень неважно. Стой. Вот оранжевый один там сидит. А где еще оранжевый? Я не понял. Оп. О! Эдемен. Ты прям наглый, да? Ты что, наглый? Ты нарываешься, да? Нарываешься? Нарываешься? Хочешь получить? На, получай! Давай, давай, давай! Что ты сделаешь? Что ты сделаешь? У него еще плюс железный нагрудник. Мама. О, там в алмазке тусит. Привет, что вы там прячетесь, да? Ты сейчас вас убьем. Давай, давай, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Что-то я боюсь чуть-чуть. Давай, что ты сделаешь? Нас убьет сразу. Че? Че? Кто? Он? Он? Да. Смотри. Оп, оп. И все. Найс. А у нас и так можно переполкнуть. Ну, может, давай. И что он сделает? Он нам ничего не сделает вообще. А, что ты сделаешь? Что ты сделаешь? Я неправильно делаю защиту. Так я не защиту хочу сделать. Я хочу тут кое-что другое построить. Чтобы он не смог пойти? Нет, чтобы мы не упали. Хоп. Как у крокодила? Да, как у крокодила. А, ты в крысу, да. Ты же крысняк у нас. Давай, чё? На. Съезд. На. Давай, я тоже так могу. На. А почему ты... Слышь, ты чё не откидываешься? Дай похилиться. Ах ты. Зло. Ладно, слушай. Ну, как бы их трое всего. А, нет, это нас трое. Все, можно торговаться? Все, торговаться можно. Суик. Да хватит говорить, жулик. Нормальный. А где все ресы? Алло, чуваки. О, ну, красавчик в железке. Ну, тут такой си. Ну ладно. Давай я тут андезитом закрою. На всякий случай. Так, да, ну, кстати, смотри, у нас очень много генераторов железа. Как
ходил очень крутой. Во, смотри, у меня целый стак. Сейчас, когда я он нам пришел. Так, да, вот, смотри. Там золото, золото много? Интересно, если много, то я тогда куплю себе другую. Эх, знаешь, бронику. Мне появится кита. А что это тут сверху не укреплено? Так, ладно, ну смотри, мне кажется, нормик можно как бы покупать. Покупать чего? Ну, броньку мы купили. Так, у меня тут почему-то кожаный шлем, ладно. Так, смотри, мечик я предлагаю купить за золотишко. Золото есть? Алмазный? Нет, ну не алмазный, железный. А, так тут был еще стак железа. Куча блоков, смотри, видишь, блоки покупать не надо. Видишь? Кстати, крокодил там еще что-то есть? Да, крокодил, ну, крокодильчик вообще тут клевый. Да он... 14, да смотри. Да он лучше, чем все. Ну да. Ну слушай, у нас очень хорошая команда. Давай мы добьем этот раунд. Ну мы что-то реально долго играем. Обычно мы нас быстро выносят. Может мы будем так, после все. Этого раунда прощаться? Да, мы сейчас доиграем, ребята, этот раунд. Надеюсь, кажется, вы... мы не на 10 минут. Ну да. Это ведь... Ты что творишь? Крокодил, ты что? Нафига? Ты что? Не купайся. А нафига он наше яйцо таранит? Что-то крокодил этот... Крокодильчик? Да крокодил... Ты чё? Ему нечем заняться. А, ему этот уже нечем заняться. Как-то не очень хочется идти к тем ребятам в алмазке. Ну, типа, давайте тут отсидим, фигнёй пострадаем, наверное. А, тут можно купить алмазный сет? А я вот так вот что-то вертел. Понятно. Тут алмазный можно было. Я-то думала, это читерство. Жалко, что тут нельзя генератор делать. Крокодил что-то этот встал. Слышь, опа! Ах ты! Жук! Ты нам яйцо сломал! Все, гад, я тебя догоню. Да блин, крокодил, походу, спятил. Он нам там реально броню ломает. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Алмазка бежит. Да там все бегут! Все бегут! Я забежать не могу! Стой! Стой, стой, вон он из лука стреляет. Все, крокодил, ты чё? Псих какой-то, реально. Не, ну нафига вот так? Он нифига не добрый. Чё? Он за нас. Да он за нас, ну что-то он спятил чутка. Он не спятил. Не, ну реально, ну крокодил затупил жестко. Ну бывает. Случайно по... Ну нечем заняться. Нечем заняться. Крутая отговорка, Максик. Очень круто. Когда дети... Четко. Давай, давай, подойди, Эндерман, подойди, давай, давай, давай. У меня тоже такой есть. Эндерман. А, я еду забыл купить. Ну, блин, ну мы теперь не можем открывать. Ну, вот ты, крокодил, вообще красавчик. Ты такой командный игрок. Пошел вон отсюда, я сказал. Догнать тебя? За ПВПшить давай. В угол пошел. В угол, да? Сейчас мы тебя за ПВПшим, не переживай. На тебе, эндерманчик. Давай, 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 давай. Че, че, боишься, все? Я боюсь. Испугался? Он испугался. Да, все, испугался и свалил. А, в алмазке. Валим. Может, там крокодил поможет? Знаешь, я как-то на крокодила уже не полагаюсь. Не полагаюсь. Посмотри, что моего. На тебе. Банк. Оп. На, ПВП-шим, ПВП-шим. ПВП. Слушай, ну против алмазки в ПВП это вообще как-то жестко будет. Все, он отошел. Че, все, испугался? Как? Не знаю, зачем ты отошел. Может, торговцы уже работают? Не, ну реально, крокодил какой-то вообще. Или он дал другому человеку поиграть, какому-то нубасу. Был вроде реально нормальный чувак. Все покупать нельзя. Как ты тогда ресы берешь? Может, я не могу. Вот так вот давай. О! А, типа мечом. Так, смотри. У меня 7 золота. 7 золота это на яблочке. 7 золота это яблочки должны быть. Ну, реально, нам еще яблочки нужны. Яблочки это сила. Яблочки сила. Сила это алмазная броня. Ну, это тоже. Это тоже. Смотри, надо сейчас поесть яблочек, пригениться и пойти с ними ПВПшиться. Только надо собрать все наше золото, укрепить оборону.
Оборона. Тут вообще какая-то битва происходит. Это битва Читибамбони против кого? Это битва титанов. Это битва Читибамбони. Ой, ну с лука-то каждый... Конечно, крыса ты. Ты крыса вообще. Давай в честном бою. У меня и то кожная броня. Я не боюсь, а ты там спрятался, как, не знаю, там трус крокодил какой-то. Крокодил за ним пошел. Крокодил пошел на разборки. Молодец. Да, красавчик. Так, ну, блин, ну Кирка как-то не нужна особо так-то. Ну, зай, он чуть-чуть там... Ну, да, чуть-чуть сплоховал. Как он вырезал? Походу, замочил. Нет, не замочил, они разбежались. Давай золотишко возьмем еще. Так, я вот думаю, как нам его загасить. Кого? Его. Ну, всех. Так, давай, покупаем стейки. Какие-то нам попались бронированные. Ну да, вот, кстати, сначала все шло нормально. Мы выигрывали даже так. А теперь что-то вообще. Как-то жестко все. Поменялось. О, смотри. Поменялось все местами. 20 золота есть. 20 золота неплохо. Так, надо стейков покушать. Стейки. Хоп. Вот, чтобы голод... Сейчас у меня отрегенятся хпшки. Пойдем на войну или что? Или будем отсиживаться? Ну, смотри, вон там вот какой-то идет. В алмазке. Тот самый, да? Привет, дружбанчик. А, из лука. Давай в крысу. Сам в алмазной броне и сам даже боится. Понятно, Бобик умный. Да? Бобик струсил? Ну да, Бобик струсил. Вон, он только кидаться с лука может, как крыса. Чё, только в крысу ты можешь? Ты сбалсался. Да? Ага. Как Бул. Угу. Слоноватый. А, ну ты так даже решил. Не, ну чувак, ну ты реально... А он решил сломать блок и стрелять оттуда. Ну, он реально ведет себя как крыса какая-то. Он даже нормально повоевать не хочет. Ну да. Как-то скучно. Ну блин, ну с таким противником вообще неинтересно. Он просто в тебя стреляет и все. Ну как с таким вообще играть? Невозможно. Ну даже противники нормально уже не делаются. Ты че на крокодила наехал, а? Ах ты гад! Мочи его, мочи, гада, мочи! Ты че крокодила вынес? Как ты мог? На, задамажи. Да, мы продули, конечно, вообще. Ну, ребята, мы на этом заканчиваем серию. Мы попробовали сразиться. Нам помогал крокодил. Правда, крокодил в конце затупил жестко. Ладно, на этом наша серия подходит к концу. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока.